команды. И 18-я строчка. Ну и вот ключевой момент игры. Тима Окс получает травму и выходит Саша Буркин. Дальше просто смотрите шоу. Вот здесь Буркерт решил сыграть головой, при том, что он, в принципе, мог и, наверное, дождаться, пока мяч ему в руки прилетит. Это 38-я минута. И Яролем с 30 метров направляет мяч в сетку. 2-1. Это еще не все. Смотрим дальше. Две минуты спустя. 40-я минута. Пожалуйста. Снова Саша Буркерт в действии. Точно такой же момент. Опять он играет головой. И опять оказывается очень неудачно. И теперь уже с 44 метров ему забивает Зароберто. Такого, честно говоря, я еще не видел никогда. Чтобы вот так вратарь за какие-то 3 минуты себя проявил. Думаю, что не скоро Буркерт будет чьим-то осознанным выбором в воротах.